Добрый день, друзья. 10 октября 2019 года. Аллея Павловни. Как она сейчас выглядит? Давайте посмотрим на результаты 2019 года по посадке. Пойдемте. Ну что ж, первое дерево, первый столбик. Вот так она сейчас выглядит. То есть листики опали. В принципе, погода среагировала на погоду. Пойдемте к следующему. Следующие листики не опали, но потемнели и засохли. Вот такая вот она сейчас. Пойдемте к следующей. Травы-то наросли. Так, следующая у нас в таком состоянии. Я планирую ее замульчировать, не знаю, успею в этом году или нет. Но в следующем точно. Идем к следующей. Следующая вот такая. Следующий идем. Что-то я здесь ее не вижу. А, это та, которая была поломана и два пошли в стороны. Вот они два пошли в стороны разных. Вот такая вот она сейчас. Типа живая. Так, здесь у нас что? Здесь так вот. В принципе, она вся похожа. Я зафиксирую ее состояние сейчас. Здесь она маленькая какая-то была изначально. Такая вот. Идем дальше. Здесь она побольше. Так. Дальше. Здесь у нас что? Здесь она почему-то на бок. Но это не страшно. Идем дальше. Здесь все сбросило один ствол. Дальше здесь так вот в траве. Трава зеленая, полубня черная. Вот так. Здесь, который под деревом яблони рос. Листья сбросил в таком состоянии сейчас. Пойдемте посмотрим те, которые сажали позже. Так. Вот она такая. Идем дальше. Я тоже листики сбросила. И стоит. Здесь. Тоже листики умяли. Здесь выходим на угол. Вот такой тоненький стебелечек. Здесь ворот. Здесь она вот такая вот. Но эти ребята, я помню, были у меня с мощной корневой системой. Поэтому будем наблюдать на будущий год, что будет. Здесь вот в таком состоянии. В принципе, одинаково все выглядят. Вот здесь. Какие листья сбросили, какие не. В принципе, можно сказать, что сбросили. Вот здесь все сброшено. И последнее. Вот у нас листиками. Ну, тоже отвалится скоро. Ну, так. Вот такие результаты на этот год 2019 по аллее Павловне. Я называю эту серию видео про аллею Павловне. Так-то еще в других местах я сажал, снимал. Там, в принципе, ситуация похожая. Везде одинаковая. Высота имеется в виду деревьев. На этом все. Пока. Забыл добавить.
Многие меня спрашивают в комментариях под различным видео про Павловню о том, что планирую ли я укрывать ее на зиму. Вот Павловня, которая здесь сейчас растет, в аллее Павловни, вот вы видели, да, вот ее состояние. Вот в таком состоянии она уйдет и в зиму. Я ее не укрывать, ничего с ней делать не буду. Поэтому это эксперимент. Мы ее акклиматизируем, поэтому она останется как есть. Единственное, что, возможно, я ее только, если успею, замульчирую в этом году. Но это особого эффекта утепления, как такового, наверное, не даст. Поэтому небольшое дополнение к этому видео.